birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Henry. Happy birthday to you. Гип-гип, ура! Гип-гип, ура! Гип-гип, ура! Джунто в роли инспектора Морса. С днем рождения, Эмили. Спасибо, Маргарет. Большое спасибо. Моя очередь, Маргарет. Моя очередь. Альфред. С днем рождения, Эмили. Боже милостивый, принесите ведро с водой. Старый дурак. Вам всегда необходимо быть таким нарочитым, Рейдел. Я поздравил вашу мать с днем рождения, не хотел ничего плохого. Альфред, мой друг, я не позволю вам его оскорблять. Да-да. Скажи ему, что он не должен оскорблять моих друзей. Скажи ему. Джимми, пожалуйста, Эмили, ты не должна плакать в такой день. Альфред прав, Эмили. Все, кого ты любишь, здесь. Не все. Ну же, мама, только не это. Только не сейчас. Почему бы тебе не разрезать свой торт? Нам с мальчиками нужно обсудить одно дело. Извините нас. Счастливые семьи. Твой брат Харри поступил очень глупо, я это знаю. Но я думаю, что если мы с тобой поддержим его, то сможем как-то исправить его положение. Это ради компании. Ради компании? Глупости. Это ради него. А ведь я такой же умный, как и он, не так ли? Я обнаружил, что он затевает. Я знал, что ты так поступишь. Я прекрасно это знал. Правила компании — это правила компании, Харри. Ты всегда был на его стороне, всегда. Смотри, к чему это привело. Кевин Уитли в роли сержанта Льюиса. Спасибо за то, что вы пришли. Не слушайте ее. Вы просто пытаетесь держать нас на расстоянии. Вас не должно задевать то, что говорят эти трое. Они злые люди. Ну что, нет. Они злые. Мы лучше пойдем. Да. Мы скоро увидимся вновь? Конечно. И спасибо вам еще раз, Эмили. Альфред. Эмили. Оставь, мне нужен воздух. Хорошо, сэр. Позвоните, когда вернетесь, и я вас пущу. Ты все причесываешься и причесываешься. Не понимаю, зачем ты стараешься. Ты стареешь так же, как и все мы. Эти причесывания не помогут. Какой ты жестокий, жестокий человек. Лучше быть жестоким, чем глупым. Глупость в том, чтобы делать дурацкие замечания при гостях. Глупость? Я бы поверила этим докторам, поверила тебе и твоим чудесным сыновьям. Но я знаю, что ты сделал. Я всегда знала. Ты сумасшедшая. Ты просто рехнулась. Неужели?
Из морга еще не приехали? Они в пути, сэр. А что с девушкой? Врачи сейчас у нее. Хорошо. Поговорим с ней утром. Да. Мы столкнулись здесь с крупными деньгами, сэр. Умерший сэр Джон Балкомб. Кёрзон Инжиниринг. Она наверняка входит в двадцатку первых компаний страны. Заводы и фабрики на северо-востоке, в центре страны, на юге. Да, понятно, Льюис. Половина ребят, с которыми я учился в школе, попали в Кёрзон. Честно говоря, я едва тоже там не очутился. А где семья? Я попросил их подождать в гостиной, сэр. У них есть дворецкий? Нет, я не видел. Жаль, это могло бы сэкономить нам кучу времени. Сэр. Сэр, они нашли это в руке сэра Джонса. Что еще было найдено? А что еще могло быть, сэр? Бумага, парень? Нет, сэр, это все, что было, кроме сэр... Что? Этот дом, сэр, он такой большой, но в нем только два входа. Парадная дверь и дверь чулана. И обе не повреждены, а окна подключены к предельно чувствительной системе безопасности. И еще есть ров с водой. Это место так же неприступно, как зад у краба, сэр. Спасибо, констебль. Я Харри Балкомб, инспектор. Если бы я мог говорить за всю семью, то это сэкономило бы нам время. Это было бы хорошо. Это мой младший брат Джеймс, инспектор. А это мама, леди Эмили Балкомб. Ну, спрашивайте, инспектор. Врачи здесь. Если хотите, вы можете к ним обратиться, леди Балкомб. Да, конечно, мама. Ты выглядишь разбитой. Я как раз собирался сказать, что ей надо обратиться к доктору. Я в полном порядке. Но спасибо за заботу, инспектор. Это мама нашла отца. Я прибежал снаружи и стал стучать в дверь чулана. Джеймс спустился из его комнаты. Откуда вы пришли, мистер Балкомб? Я был неподалеку. Я пошел прогуляться перед сном. У нас в лесу водятся козадои. Вы кого-нибудь видели, сэр? Нет никого. А что потом? Вы сменили одежду? Да, я был вынужден. Когда я проверял пульс, то запачкал рукав кровью. Я уже переоделся для сна. Во что вы были одеты вечером, сэр? В смокинг, разумеется. Мы можем на него взглянуть? Если бы я помнил, какой именно. При последнем подсчете их было 6. Но вы можете посмотреть все, если хотите. Мы обязаны задавать эти вопросы, мистер Балкомб. Что ваш отец делал в чулане? Он всегда делал свой собственный пунш. Он говорил, что служанка не может сделать его как надо. Если бы он не был таким привередливым, он мог бы сейчас быть с нами. Кто знает. А леди Балкомб? Я хотела стакан воды. Когда я пришла... Как долго ваш муж был внизу? Трудно сказать точно. Может, полчаса. Я не знаю. Эта ручка найдена в руке сэра Джона. Она принадлежала ему? Не знаю, никогда не видел, чтобы он ей пользовался. А ты? Нет. Мама? Нет, я никогда раньше ее не видела. Вы полагаете, что она могла принадлежать тому, кто совершил это ужасное преступление, инспектор? Возможно. Думаю, я уже достаточно долго вас здесь продержал. Я уверен, что вам всем это было непросто. Что-то тут не так, Льюис. У них нет чувства потери. Они волнуются, но при этом их волнует не он. Возможно, один из них волнуется даже меньше, чем остальные. В котором часу пресс-конференция, сэр? Он еще даже не здесь. Он должен был быть здесь уже 10 минут. Кто-нибудь знает, когда придет инспектор? Меня поджимает время. Я не могу ждать здесь весь день. Вот он.
Извините, сэр. Все в порядке, что это? Это сообщение об ежегодном карнавале нашего участка. Это я понимаю. Я имею в виду, это ожидаем присутствия всех старших офицеров. Это была идея суперинтенданта Холдсби. На вступительной церемонии будет выступать заместитель начальника полиции. Суперинтендант Холдсби хочет, чтобы все присутствовали. Неужели? Что бы случилось? Когда Стрэндж должен вернуться? Он еще 2 недели будет в Бангкоке. Что мужчина его возраста делает в таком месте? Я не знаю. Да, нас хочет видеть суперинтендант Холдсби. Тогда лучше не заставлять его ждать. Статистика показывает, что большинство убийств относятся к семейным ссорам. Вы считаете, что это то, что здесь произошло? Мы считаем, что такое может быть. Вы хотите обыскать дом? Нет, это было бы преждевременно, сэр. Сейчас мы просто обдумываем различные варианты. И, возможно, кому-то все-таки удалось пробраться в дом, мы и не знаем. Хорошо. Хорошо. Вы не могли бы оставить нас вдвоем, сержант? Конечно, сэр. Вы когда-нибудь думали о продвижении, Морс? На это место, в этот офис, стать суперинтендантом. Мне вполне подходит то, чем я занимаюсь. Неужели? А у меня есть амбиции, Морс. Не вижу смысла это обсуждать. 4, возможно, 5 лет. Кто знает. Да, сэр. Это дело может поднять репутацию нам обоим. Нас будут проверять под микроскопом. И я хочу, чтобы мы блестели, Морс. Я сделаю все, что в моих силах, сэр. Вы должны действовать безупречно, старший инспектор. Если это был один из сыновей, мы его возьмем. Закон не признает социального статуса. Верно, сэр. С другой стороны, это видные люди. С ними надо обходиться с тактом и учтивостью. Мы не предпринимаем никаких действий, пока мы не будем уверены в наших основаниях. Вам ясно? Да, сэр. Я назначил пресс-конференцию на 10:15. Похоже, что люди с телевидения будут вести прямую трансляцию. Я хочу, чтобы мы выглядели и звучали позитивно. Что расследование пока на предварительной стадии, но мы убеждены в его успешном завершении и так далее. Вы понимаете, в таком плане. Старший суперинтендант Стрэндж встречался с прессой только, когда нам есть что сказать. Старший суперинтендант Стрэндж в отъезде. Сейчас командую я. И я хочу, чтобы вы, как офицер, ведущий следствие, были там. Да, сэр. У вас есть подозреваемый, инспектор? Нет. Позвольте вам напомнить, что следствию всего только несколько часов. Но ведь вы наверняка мечтаете найти какую-нибудь нить или намек. Сэр Джон Балком был очень известным человеком. Убили человека. И все хотят, чтобы убийца был пойман как можно скорее. Я не совсем понимаю, как это связано с социальным положением жертвы, или я вас неправильно понял? Нет. По-моему, этому человеку на нас наплевать, Чарли. Это было жестоким убийством, инспектор? Все убийства жестоки, мадам. Вы можете раскрыть какие-нибудь детали? Мои читатели будут возмущены недостатком предоставляемой информации. Как он назвал эту сучку? Он назвал ее мадам. Вы могли бы не задавать таких вопросов. Кроме того, возмущение ваших читателей понять можно, но развратный интерес к деталям — это совершенно другое. Вы хотите сказать, что именно это их интересует? Нет. А что мы должны сказать нашим читателям, инспектор? Что полиция делает все возможное, чтобы найти того, кто в ответе за это преступление. Расследование пока на предварительной стадии, но мы убеждены в его успешном завершении. Можем ли мы ожидать, что арест будет произведен в ближайшее время, суперинтендант? Морс. Вы глухой или как? Прошу прощения. Вы что, не слышали, что я сказал? Мы ведем себя правильно. И это включает связь с прессой. Да половина из них не было бы здесь, если бы какую-нибудь пожилую даму ударили по голове в ее заложенной квартире. Да, но они здесь, и они должны быть на нашей стороне. Все было учтиво и по смыслу. Вы были крайне высокомерны. Речь идет не только о читателе «Гардиан». Я это учту, а теперь, простите, должен заняться следствием.
Curzon Engineering, сэр. Без неуважения, но я думаю, что они могли бы использовать какую-нибудь большую легальную городскую фирму. Они так и делают. Я не имею отношения к управлению компанией. Я действую исключительно как советник леди Балком. Как это? Это в основном сентимент. И мой отец был советником ее отца. Какая часть Curzona принадлежит ей? Он весь принадлежит ей. Акции, имущество, финансы. Сэр Джон и мальчики – директоры на зарплате. Их зарплаты привязаны к прибылям компании. А я не знал, что отдельные лица до сих пор владеют большими компаниями. Эмили, да. Хотя мне иногда любопытно, знает ли она о ее существовании. Семья Балком была на подъеме, когда сэр Джон был введен в компанию. Отец Эмили искал для нее титул, хотел покрыть торт глазурью. Но он получил больше, чем зятя с титулом. Он приобрел хитроумного и жестокого бизнесмена. Немногие могли соревноваться с Джонни Балкомбом. Я прослежу за прямой линией. Следите внимательно. Все эти люди, что они ищут? У нас еще нет орудия убийства. Нет орудия убийства. Здесь трудно работать даже без того, чтобы натыкаться на них с раскрошенными черепами. Комната холод, а здесь всегда жарко. Как давно вы здесь работаете? Около года. Но только за такие деньги. Вообще-то я хочу быть танцовщицей. Классической, разумеется. Никаких придирок и мучений, вы меня понимаете. Но нужна хорошая подготовка, а это дорого стоит, поэтому я здесь. Я бы хотел, чтобы вы рассказали все, что можете о вчерашнем вечере. Была маленькая вечеринка по поводу дня рождения леди Амели. Джеймс сделал опыт в сторону этого парня, Райдейла, потому что он ценит ее светлость и не может этого скрыть. Вы оставались в гостиной? Харри спускался сюда несколько раз. Он не может держать свою голову вне холодильника. Сэр Джонс и мальчики через какое-то время пошли в кабинет. Я слышала, что они спорят, но я не знаю о чем. Это было необычно? Нет. Они всегда ссорились. Они ничем другим не занимаются. Просто два больших ребенка. До сих пор живут дома в их возрасте. До сих пор одиноки. Это слегка странно. Хотя Джеймс однажды был женат, но она уехала обратно в Америку или куда-то. Не вынесла этого места, я думаю. Мальчики всегда здесь? Да. Каждый как бы боится уехать, чтобы что-то не пропустить. Вообще-то что-то смешное было. Леди Эмили расстроилась из-за Джеймса. А миссис Клифф пыталась ее успокоить. Она сказала: «Все, кого вы любите, здесь». А леди Эмили сказала: «Не все». Вы не знаете, что она имела в виду? Нет. Но я заметила, что сэру Джон это не понравилось. Можно мне идти, инспектор? Просто я ведь на работе, знаете. Конечно. И большое спасибо. Не за что, инспектор. Инспектор, мы думали, вы сможете объяснить нам, что происходит. Да, насчет всего этого. Вы привели сюда кучу парней. Да, мы, видимо, открываем здесь все заслоны. Вам это мешает? Я вынужден постоянно просить пополнения. А насчет происходящего мы ищем орудие убийства. Да, конечно. Вы не спросили нас, были ли у отца враги, инспектор? И вы не сказали нам, как убийца мог проникнуть в дом. Я решил, что вы мне расскажете, если вы кого-то подозреваете. Что касается того, как убийца проник в дом, я не знаю на данный момент. А это к чему? Ты что, спятил? Ты ведь настроишь его против нас. Надо просто выгнать их отсюда. Они не уйдут, Харри. Они здесь для того, чтобы найти, кто убил отца. Кроме того, если кто и ведет себя глупо, так это ты. Со своими идиотскими «да, сэр», «нет, сэр». Если ты такой умный, то успокойся. Но если я такой глупый, то как так получилось, что я там, где я, а ты там, где ты, мальчик? Как получилось, что я здесь главный? Да, место выдающееся. Они все здесь живут.
Ну, послушай, я проверил местную прессу. Они описывают Мурса как опытного. Есть куча материала. Я тебе говорю, что мы наткнулись на настоящую жилу. Да? Что? Да, мы можем это сделать, если хотите. Все собираются освещать это убийство с денежными мешками до упора. Но это другое. Этот человек, он настоящая цель. Он назвал шлюху мадам. Он говорит мне, что я должен давать своим читателям. И угадай. Он из Оксфорда. Нет, я имею в виду, что он учился в Оксфорде. Да, именно. Так мы двинем эту тему? Хорошо, спасибо. Пока. Да ты с ума сошел. Кто заинтересуется этим полицейским? Ну, я интересуюсь, Чарли. И он не просто полицейский, верно? Он часть происходящего. Так же, как и ты. Только, как я слышал, ты не дошел до конца. Инспектор Морс. Страница 7. Миссис Клифф? Нет, после. Она в саду позади дома. Спасибо. Перед абзацем, который начинается со слов «все аспекты этого...» Сюда. Итак, глядя на историю человечества, антропологи говорят нам о нациях, племенах, родах и видах. Это полиция. Старший инспектор Морс. Спасибо, Джессика. Я сказала Эмили, что я позвоню и зайду к ней. Она в порядке? Похоже, что да. Я не уверена, что смогу много вам рассказать, старший инспектор. Я ушла одновременно с мистером Райдейлом и к полуночи добралась до дома. Леди Балкомп намекнула, что кого-то не хватало на вечеринке. Кого-то, кого она любит. Я говорил со служанкой. Это не то, что вы думаете, старший инспектор. Когда Эмили было около 40, у нее был ребенок. И он умер, когда ему было всего несколько часов. И она так и не оправилась после этого. Я думаю, она говорила об этом. Очевидно, вы хорошо знаете семью. Вы здесь давно живете? Живу здесь, я была бы счастлива. Нет, я снимаю коттедж два, иногда три раза в году. И так в течение последних 15 лет. Я работаю в больнице возле Дарома, где мне предоставляют какую-то невзрачную половину дома размером с почтовую марку под суду. Тогда я дважды не прав. У вас есть секретарша, диктофон, и я думал, что вы писательница. Вы частично правы, инспектор. Я публиковалась несколько лет назад, но мои сочинения потонули без следа. Семейные дела. То есть? Семья — это моя тема. По-моему, это прекрасное место для писателя. Да. Мне здесь нравится. И так близко к Оксфорду. Вы там учились? До определенной ступени, да. Но докторат я сделала в Кембридже. Вы побывали в обоих лагерях? Да. Вас просят к телефону. Спасибо. Морс? Уже еду, Льюис. Спасибо. Извините. Возможно, мы поговорим в другой раз. Мы всегда тут. Я же говорила, что придет полиция. Естественно, что он пришел. Произошло убийство, я была в доме. Это просто... Да о чем ты говоришь? Они обвинят меня, как всегда. Я не должна была приезжать сюда. А ты не должна была меня привозить. Это нашли во рву, сэр. Это могли бросить сюда только служайки, не из дома. А Харри Балком был единственным, кто был снаружи. Давайте не будем торопиться с выводами, Льюис. Давайте убедимся, что он был убит этим. Почти нет сомнений, старший инспектор, что это орудие убийства. Форма полностью совпадает с контуром раны умершего.
Это ведь не обычный молоток, которым забивают гвозди. Похоже, что это орудие каменщиков. Явные следы песчаника были на ручке и на стыках. Мне меньше повезло с этой маленькой деталью. Частичные отпечатки усопшего, но все остальное абсолютно смазано. Что вы можете сказать? Это дорогая авторучка, но место выпуска было напечатано внутри. Она сделана в Монреале. Вы знаете, когда она была сделана? Не точно, приблизительно 20 лет назад. Надеюсь, ваше посещение необходимо, Морс. Маму нельзя волновать понапрасну. У нас есть информация об авторучке, которую мы нашли. Она была выпущена в Монреале. Был ли там когда-либо кто-либо из семьи? Или кто-либо, кого вы знаете? Я никогда там не был. Я никогда не любила путешествовать, старший инспектор. Ты ведь там был, Харри. Ну, это было давным-давно. К тому же я был в Торонто. Но они же недалеко друг от друга, Харри. Слушай, ты кучка дерьма. Простите за слова моего сына, старший инспектор. Не надо за меня извиняться. Это он. Он это начал. И он пытается сделать. Что? Спроси его. Господи, Харри, успокойся. Ты был там, лучше говорить правду. Это была деловая поездка в Торонто, старший инспектор. Но я не покупал никаких авторучек. Если вы из-за этого пришли, то боюсь, что вы зря потратили время. Есть еще кое-что, мистер Балкомб. Мы нашли орудие убийства. Его нашли прямо рядом с домом. Что это было? Молоток, сэр. Из тех, которые используют каменщики. Будем надеяться, что вы будете так же удачливы в поимке убийцы. Вы правы, мистер Балкомб. Если это сделал один из Балкомбов, то факты указывают на Харри, сэр. Да, но бросить молоток в ров, Льюис, он должен был знать, что мы там будем искать. Может, у него не было выхода? Тело обнаружили довольно быстро. Когда девушка начала кричать, ему нужно было как-то отделаться от молотка. В любом случае, его без сомнения что-то беспокоит. О чем ты думаешь, они говорят? Откуда я могу знать? Спокойно, Джимми. Ты уже не такой нахальный? Чушь. Это просто совпадение. Что еще это могло быть? Надеюсь, что в этом ты прав. Ни в чем нельзя быть уверенным, Чарли. Кроме смерти. Посмотри на это место, Чарли, взгляни. Так вот, мы имеем дело с реальным миром. Миллионы читают у меня каждый день. Миллионы. Сколько этих балованных из колледжей могут этим похвастаться? И наш инспектор Морс весь пропитан этим. Я имею в виду мадам. Мадам. Будем надеяться, что наш инспектор получит скорейший результат. Что это? Я бы назвал это вежливым и безобидным, но своевременным напоминанием о нашей уязвимости. Это обо мне, это не имеет отношения к делу. Какая связь с расследованием? Я почему-то подозреваю, что оно будет зависеть от вас. Как они могут такое печатать? Как видите, могут. И это влияет на всех нас. Вам полезно об этом помнить, Морс. Про меня написали в газете, Льюис. Не о следствии, а обо мне. Слава может быть очень тяжелой. Но я бы не брал это в голову. Да, вы правы. Сэр, насчет ссоры Балкомбов в ночь вечеринки. Не мог ли мотив Харри родиться там, если он наш человек, Льюис? Вы не думаете, что Райдейл мог рассказать больше? Я сомневаюсь, что многое проходит через мистера Райдела. Да, Льюис. Да, хорошо. Мисс Джессика Уайт хочет вас видеть. Ей лучше подняться сюда. Они отправили ее в комнату для допросов. Этот человек, тот, которого убили. Сэр Джон Балкомб?
Да, он. Так вот, я этого не делала. Никто не сказал, что это вы, мисс Уайт. Я здесь всего несколько дней. Я его даже не знала. То есть они друзья Маргарет, но не мои. Мисс Уайт. Видите ли, я спала в это время. Поэтому я не могла этого сделать. Пожалуйста. Нет, вы не понимаете. Я болела, старший инспектор. Очень долго. Но сейчас я здорова. Маргарет помогла мне во всем разобраться. Меня всегда во всем обвиняют. Когда я проходила лечение в больнице... Никто вас ни в чем не обвиняет. Я уверен, что мисс Клив беспокоится за вас. Я попрошу сержанта Льюиса позвонить ей и отвезу вас домой. Я подумала, что если я скажу им сама, то они мне поверят. Извините. Ну-ну. Успокойся, успокойся. Тебе не в чем себя винить. Абсолютно не в чем. Она легла. Спасибо, что вы привезли ее домой. Это меньшее, что я мог сделать. Присядьте, инспектор. Я и не думал, что дом такой большой. Очень-очень большой. И, судя по записям, где-то там есть римский форт, который я надеюсь однажды отыскать. Нужен металлодетектор. Возможно, это поможет. Мне кажется, что это очень интересное хобби. И очень подходящее психологу. А, вот вы о чем. Если бы эти люди были так же доступны, как старые руины, то моя работа была бы намного более легкой. Не сомневаюсь. Можете объяснить, почему Джессика пришла к нам, мисс Клифф? Я могу попытаться. Ментальное здоровье человека зависит от его способности противостоять внешним неприятностям. А для этого нужна внутренняя сила. Если эта внутренняя сила ослаблена, то, соответственно, ослабевает и способность правильно воспринимать окружающее. Мир становится враждебным местом, с которого надо убежать или на которое надо наброситься. Мельчайшая вещь может иногда спровоцировать любую реакцию. Но почему мы должны подозревать ее? Почему она так подумала? Джессику удочерили при рождении. Пара, которая взяла ее, позднее развелась, и она попала в детский дом. Там ей рассказали о ее прошлом. Джессика восприняла это так, что от нее отвернулись. Дважды ее настоящая мать и семья, которая ее приняла. Она возмутилась. Позже она стала жестокой. В детском доме было несколько таких случаев. Джессика попала к нам, когда ей было 16. Попала ко мне. Ее освободили полгода назад. Это не очень вяжется с профессиональной беспристрастностью. Она явно очень много для вас значит. Но что с ней будет дальше? Она молода, она пробьется. Вы очень великодушно отдаете другим свое время. У вас что, нет своей семьи? Мой муж умер на втором году нашей совместной жизни. С тех пор у меня осталась моя работа и мое хобби. Льюис, с ней все в порядке? Она в прекрасных руках. Немного странно, когда так приходит в участок. Вы не думаете? Вообще-то нет. Сэр Джон и его сыновья ушли рано, чтобы обсудить какое-то дело, мистер Райдейл. Они спорили. Как вы думаете, о чем? В бизнесе всегда есть место для споров, старший инспектор. Но, учитывая ваше положение, вы должны знать о сути споров. Были разговоры о том, чтобы сделать Curzon общественной компанией, чтобы Эмили удержала 51% акций. Кто об этом говорил? Сэр Джон, Джеймс, а Харри? Харри был против. Поэтому дело не могло двинуться. Решение принимается большинством в 2/3, и Харри не мог это остановить. А если сэра Джона больше нет? Очевидно, что сейчас решения должны быть единогласными. Харри может остановить процесс.
Получается так, как хочет Харри. Да, старший инспектор, вы ведь не полагаете, почему Харри был против этой идеи? Не имею понятия, сержант. Вы даже не знаете, почему изначально сэр Джон и Джеймс хотели продать половину компании? Они сказали мне, что это необходимо для финансирования большого проекта, который они планировали. Они не сказали, какого. А моя роль незначительна, и поскольку Эмили продолжала бы контролировать фирму, им не нужно было со мной советоваться. Мы хорошо продвигаемся, сэр. Этого недостаточно. А, сержант, вашего имени нет в списке. Что это за список, сэр? Список добровольцев для помощи в ежегодном карнавале. Неужели, сэр? Я, наверное, и забыл. Запишите сержанта, ладно? Да, сэр. Старший инспектор, вы собираетесь присутствовать на ежегодном празднике? Вы знаете, заместитель главного констебля проводит церемонию открытия. Да, я знаю, сэр, даже дикие кони не удержат меня в стороне. Хорошо. Что он делает? Читает книгу. Какую книгу? Большую и толстую, я не знаю. Что это за музыка? Это Моцарт, Чарли. Красиво. Это всего лишь музыка. Убирайтесь отсюда! Ваших сыновей нет дома? Они уехали в Лондон. Встреча с адвокатами компании. Что именно вы надеетесь найти? Возможно, убийца вашего мужа был его конкурентом по бизнесу. В его корреспонденции могут быть какие-нибудь упоминания, которые окажутся полезными. Это его кабинет. Вы можете остаться, если хотите. Это была его комната. Я не заходила сюда годами. Это до сих пор его комната. Она самая стойкая в Курзоне. Джеймс Балкомб видит золото за железным занавесом. Центр исследования славянского и восточноевропейского регионов. Джеймс Балкомб сообщает на конференции о восточных перспективах. Ваш поиск оказался плодотворным? К сожалению, нет. Хотя похоже, что у нас есть общий друг, Джошуа Мастерсон. Видимо, это был знакомый моего мужа. Это имя мне ни о чем не говорит. Понятно. Спасибо за помощь, леди Балкомб. Вам скоро понадобится личный агент, старший инспектор. Простите. Вы становитесь знаменитым? Я бы очень хотела, чтобы моя фотография была в газете. Что вы чувствуете, когда вы себя видите? Я могу это взять? Конечно. Вы, наверное, хотите это вырезать и наклеить в альбом. Старший инспектор Морс до сих пор находит время для книг, музыки и хорошего вина. Это плохо любить книги, любить музыку?
Они выставляют это как пороки. Хуже, как хобби какого-то глупца. И было 10 часов вечера в моем собственном доме. Вы что, не могли закрыть шторы? Не позволять им застать вас врасплох. У них не было права там быть. И связывать это отсутствие прогресса с моим стилем жизни — это неверно. И вы это знаете. Но они ведь этого прямо не сказали, верно? Это подразумевается. Возможно. Морс, я вас предупреждал. С ними надо заигрывать, они могут сильно испортить жизнь всем нам. Да, сэр. Ему, наверное, это очень приятно. Я сомневаюсь. Смотри наверх. Плевы, если вы что-нибудь нашли? Похоже, что Кюрзо, он твердо стоял на ногах, сэр. Но этого в бизнесе всегда недостаточно, верно? Возможно, им нужна была стимуляция в виде того дела, о котором упомянул Райдейл. А что у вас? Ничего, письмо от моего друга сэра Джона, вот и все. У него есть имя? Джошуа Мастерсон. Профессор по исследованию Восточной Европы. Его связь с Балкомбами не ясна. Связь есть, сэр. Джеймс интересуется Восточной Европой. В файле есть газетная вырезка. Но можно ли верить всему, что пишут в газетах, Льюис? Вы вернулись? Да. И у нас новости, мама. Верно, Джеймс? Если это связано с бизнесом, то я не хочу слушать. Альфред мне расскажет. Разреши. Попроси Лоррейн принести тебе чаю, мама. Ты бы хотела? Да. Думаю, да. Пусть принесет мне в комнату. Здесь атмосфера подобострастия, которая очень утомляет. Ты же не можешь всерьез разыгрывать из себя заботливого сына. Твоя песенка явно спета, Джимми. Мама утеряла свою сдержанность. Она не поднимет и пальца, чтобы помочь тебе. Ты чертов заикающийся идиот. Ты на самом деле думаешь, что ты можешь меня победить? Палки и камни сломают мне кости, но слова никогда не... Эмили, ты в порядке? Да. Да, я прошлась. Я знаю, что это не очень подходящее время для визита, но я так хотела. Это неплохо, как ты думаешь? Джессика. Джессика, это моя дорогая подруга, леди Эмили. Эмили, это Джессика. Здравствуйте. Здравствуй, Джессика. Ты правда хорошенькая. Маргарет говорила, что ты хорошенькая. Спасибо. Какие красивые глаза. Джессика, почему бы тебе не одеться, а я приготовлю нам чай.
Джош? Морс, дорогой друг. Рад тебя видеть. Хотя ты выглядел и получше. Все в порядке? Все прекрасно, Джош. Я думал, что ты собирался сбежать от всего этого на пенсию. Я слегка старше, чем надо, но они продолжают меня баловать. Это приятный сюрприз, Морс. Самый приятный. Вообще-то я здесь в связи со следствием, Джош. Я расследую убийство Балкомба. Жуткие дела творятся. Я наткнулся на письмо, в котором ты приглашаешь его пообедать в колледже. Я хочу понять, откуда ты его знаешь? Я не знал, не как друга. Нет, я работал на него. Вся эта абсурдная идея о том, что профессура и торговля могут пожениться. Балкомбы вбили себе в голову, что я что-то знаю о Восточной Европе. По-моему, они не ошиблись. Ну, как обычно. Они заказали у меня доклад по 6 странам, где они могли развернуть свои продажи в партнерстве с другими ненасытными негодяями. Red Electronics. Я сделал, и на этом все закончилось. А сын Джеймс был главным инициатором. Ну, старик был энергичен. А вообще, да, Джеймс был наиболее оптимистичен насчет всего проекта. Знаешь, он даже пытался меня подкупить. Он сказал, что если мой доклад будет подходящим, я могу рассчитывать на его щедрость. Торговля и профессура, Морс, это масло и вода. Он был доволен тем, что ты им сказал? Экономическая привлекательность была очевидна. С точки зрения политики существовал риск. Но в целом я считал, что у них хорошие перспективы. Хорошо, спасибо, что нашел для меня время, Джош. Уже уходишь, ты же только пришел. Я слишком мало тебя вижу, Морс. Я скоро зайду. По словам Мастерсона, с точки зрения бизнеса план был удачным, а во главе всей затеи стоял Джеймс Балкомб. Значит, Харри смотрел на это как на продажу половины наследства, а Джеймс как на открытие нового бизнеса. Поехали поговорим с ним. Сержант, Морс, что на сей раз? Мы бы хотели поговорить с вашим братом, мистер Балкомб. Не получится, он ушел на прогулку с утра и еще не вернулся. Способность ставить одну ногу перед другой является одним из его немногих достижений. Он пытается получить от этого максимальное удовольствие. Сейчас почти 5, для него это обычно? Нет. Час, максимум 2. Хорошо, хорошо. Спасибо. Я позвонил всем, кто пришел мне в голову. Никто его не видел и не слышал. Есть новости с наземного поиска? Нет, сэр. Они вышли на рассвете. Сейчас они должны быть где-то в миле от дома. На это могут уйти не одни сутки, учитывая размер этого места. Вы сообщили в морские порты и аэропорты? Да, сэр. Он провалился, Морс. Он сбежал. И этим признал свою вину. И более того, правильно сделал. У нас были подозрения, но мы и не торопились с выводами. Мы будем блестеть. Вы так думаете? Да, конечно. Такие громкие штуки, правда? Может, это поможет найти вашего сына? Вы за него не беспокоитесь? Да, он такой недотёпа. Они его быстро найдут. Но ведь вы его мать? Матери должны беспокоиться о своих детях. Я знаю. Я просто уже привыкла терять своих детей. Но я беспокоюсь. Честно говоря, мне не помешала бы сейчас поддержка. Ты можешь меня поддержать? Взять меня за руку?
Пожалуйста. Морс. Хорошо, мы прибудем как можно скорее. Он от него досточного колодца. Есть новости о Харри Балкомбе, старший инспектор. Его все очень нашли, старший инспектор. Когда именно он пропал? Вам сообщат о развитии событий в установленном порядке. Когда это будет, старший инспектор? Дайте нам хоть пару строк, и вы можете спокойно пить вино и читать что-то ободряющее и слушать Моцарта. Или дело в том, что вы ничего не знаете? Вы не знаете, что происходит, верно? Не знаете. Он упал или что? Сомневаюсь, сержант. Взгляните. Сэр. Никому никаких сведений. Его нашли на дне колодца, и мы относимся к этому как к убийству. Я сообщу семье. Сэр. Что они скажут об этом? Нет, 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 нет. Послушай. Сержант Льюис хочет вас видеть. Я принес вам плохие новости, леди Балкомб. Мы нашли вашего сына. Он умер? Боюсь, что да. Мы нашли его на дне колодца. Мы считаем, что это убийство. Спасибо, что вы мне сказали, сержант. Что здесь вообще происходит? Мы не знаем. Я о ней позабочусь. Спасибо, сержант. Харри Балкомб, вы сказали, что это наш человек. Мы сказали, что мы хотели с ним поговорить, вот и все. Что мы скажем? Что он убил своего отца и с раскаяния бросился на нож? Что такое, сержант? Вы сказали мне организовать прессу, сэр. Ну, да, верно. Спасибо, сержант. Пожалуй, нам лучше с этим покончить. Нет, я не думаю, что вам надо туда идти. Что? Я принял решение. Некоторые из них хотят посмеяться над нами через вас. Я не собираюсь предоставлять им такой шанс. Но вы знаете, что они подумают? Что вы слишком заняты поимкой убийцы, чтобы тратить время на пресс-конференцию. Что они подумают? Пожалуйста, дамы и господа, по одному, пожалуйста. Вы можете подтвердить, что Харри Балкомб был убит? Вечером мы получим более полные данные от патологоанатома, но я могу сказать, что мы относимся к этому как к убийству, да. Это был один убийца или два? Слишком рано об этом говорить. Мы хотим сохранить объективность в подходе к этому вопросу. Как он умер, было какое-то сходство? К сожалению, на данный момент мы не можем это комментировать. Где старший инспектор Морс? Его сняли с этого дела? Он пошел на обед, исследует список вин.
Потому что в библиотеке читает, кто это сделал. Старший инспектор Морс очень занят расследованием. Он также высокопрофессиональный офицер и пользуется большим уважением. Тогда почему полицейский Морс начинает напоминать склеп семьи Балкомбов? Я думаю, он умер вчера около 10 утра. И я почти уверен, что он умер до того, как в него воткнули зубило. Посмотрите сюда. Морс. Этот синяк на шее здесь. Это был фатальный удар. Чем он был нанесен, я не знаю, но он сломал ему позвоночник. Это не могло произойти от падения? Я сомневаюсь. Посмотрите на ножевую рану. Если бы он умер за нее, то вокруг входного отверстия были бы повреждения, но их нет. Если он умер от падения, то остается полагать, что убийца затем пролез в дождеприемник и воткнул в него зубило. Вы хотите сказать, что ему сломали шею, потом воткнули зубило и затем сбросили в колодец? Похоже, что так. Похоже? Вы имеете в виду это или нет, сэр? Я только сообщаю свое мнение, Морс, как и всегда. Что с вами к черту происходит? Втыкать зубило не было необходимости? Абсолютно. И если убийца не был поразительно глуп, он должен был знать, что он уже умер. Что-нибудь еще? Да. Я исследовал зубило перед тем, как послать его на экспертизу. На нем были какие-то инициалы. СФ. Спасибо. Если привезут еще кого-то, то мы соберем целый набор инструментов. Сэр, вы не думаете, что вы должны, слегка смягчиться? Что? Патологоанатом. В этом не было необходимости, он старался как мог. Не указывайте мне, как себя вести. Господи. Нет, Льюис, нет. Двое человек мертвы, я должен найти, кто за это в ответе. Я. И я. Но они ведь не преследуют вас, верно? Они не смеются над вами. Вы им нравитесь, Льюис. Вы можете сидеть там и разговаривать с ними. Ну, кому-то же надо это делать. И это не просто. Альфред, как я рада вас видеть. Я бы пришел раньше, но я думал... В этом не было необходимости. Если бы я просила сочувствия, то это было бы лицемерием. Вы должны это знать лучше всех. Хотите кофе? Нет, нет, спасибо. Я ожидал увидеть здесь инспектора Морса. После того, что случилось... Он звонил, чтобы встретиться с Джеймсом. Он здесь, Джеймс? Нет, он в Лондоне. Поехал играть со своей новой игрушкой. Теперь он получил ее всю, Альфред. Вам нравится старший инспектор? О, да. Боюсь, что я смогу только смотреть на них. Я не могу их увидеть, если вы меня понимаете. Я могу позволить себе гениальные произведения, старший инспектор, но я не могу прочувствовать качества, которые их отличают. Ирония, не так ли? С этим не рождаются, мистер Балкомб. Нет. Но это надо развивать. А мой отец не мог позволить нам так отвлекаться. Возможно, он был прав. Ваши эстетические чувства, похоже, причиняют вам одни беспокойства, старший инспектор. Вы не сходите с газетных полос. Вас это беспокоит? Вас это беспокоит? Да. Но посмотрите на хорошую сторону. Ведь вы могли оказаться на моем месте. Мои брат и отец были убиты. Это настоящее преследование. Об этом мы должны поговорить, мистер Балкомб. Теперь ясно, что целью убийцы является ваша семья. Есть ли у вас хоть какие-то мысли по поводу того, что могло довести кого-то до таких крайностей? Сожалею, старший инспектор, но мне ничто не приходит в голову в данный момент. Тогда я призываю вас задуматься. Говорят ли вам о чем-то инициалы SF?
СФ? Нет, сходу ничего. Мы не знаем, но может так оказаться, что это инициалы убийцы. В вашем доме будет охрана полиции до тех пор, пока мы не поймаем убийцу. А пока подумайте о том, что я вам сказал, и сообщите, если вам что-то придет в голову. Хорошо, не сомневайтесь. Старший инспектор, вам сообщение от мистера Райдала, чтобы вы позвонили ему, когда вернетесь в Оксфорд. Привет, Дженнифер, как ты? Спасибо. Вы давно ждете? Когда мы говорили с вами в последний раз, старший инспектор, я был с вами не совсем честен. По поводу чего? Компания Curzon собирается продвигаться в Восточную Европу. Они планировали партнерство с Reed Electronics. Мы выяснили это сами, сэр. Почему вы не сказали нам раньше? Я не должен был этого знать. Мне сказал Харри. Он был против этого и попросил помочь это предотвратить. Я помог. Но этим я скомпрометировал себя профессионально. Как вы это остановили? Мы с Харри обнаружили, что Джеймс купал акции Reed, чтобы ускорить дело. Харри мог выкинуть его из компании, понимаете? А если Джеймс уходит из игры, Харри мог заблокировать проект. Так сэр Джон уволил собственного сына? У него не было выхода. Это правило установил отец Эмили, чтобы обеспечить абсолютную преданность. Директор не может владеть акциями другой компании. Это довольно строгое правило. Джеймс оказался вне игры. Он мог вернуться только одним путем. Если бы больше никого не было. Чтобы не осталось никого другого, чтобы управлять фирмой. Он должен был их убить. И я был тому причиной. Ко мне пришел мой клиент, которому предложили продать его акции в Reed. Цена была слишком соблазнительной. Я начал подозревать, что покупатель знает о партнерстве с Curzon. Да. Акции Reed бы подскочили, когда о деле было бы объявлено. Я пошел к Харри, и мы обнаружили, что покупателем был Джеймс. Он делал это через посредников. Но у Харри были хорошие связи, которые помогли ему докопаться до истины. Когда я пошел к Харри, я подорвал доверие своего клиента. И поставили себя под власть Харри. Верно, он мог использовать это, чтобы меня дискредитировать, убрать меня с должности советника Эмили. Вы очень ее оберегали, мистер Райдл. Ну, кто-то же должен был. Я видел, как они уничтожали ее из года в год. Вы должны были это видеть. У нее было все. Красота. Такое богатство. Красота и богатство. Но не любовь. Я думаю, у нее это было, сержант. Короткое время. Почему вы не увезли ее, когда у вас был шанс? Почему? Потому что это был не я, инспектор. Я люблю ее, да? Но она любила не меня. Она сказала мне только потому, что должна была. У нее был ребенок от него. Я должен был обеспечить, чтобы ребенок получил наследство, но ребенок умер. Кто был этот человек, мистер Райдейл? Она не говорила. Только что Балком бы от него откупились. Она прошла через все это, инспектор. Когда сэр Джон умер, я подумал, что это мог бы сделать любой. Но Харри... Это наверняка Джеймс. И я его спровоцировал. Я сделал это для нее. Ты же не говорила полицейским глупостей? Верно, мама? Не понимаю, о чем ты говоришь. Они меня спрашивают, и я отвечаю. Больше ничего. Я не могу этого понять, сэр. Убить отца и брата? Звучит логично, верно? Да, но он не дурак. Он должен был понимать, что мы узнаем, что его выбросили из компании. Но мы должны доказать, что он убил их. А мы не можем, верно?
У него есть все, о чем он мечтал. Он может смириться с тем, что мы его подозреваем. И даже с тем, что весь мир его подозревает. Позвоните ему и попросите прийти. Знаете, мы никогда не думали о Рай Бейли как о подозреваемом. Он любил ее и ненавидел их. Харри Балком был его гарантией, что компания останется такой же. Зачем ему его убивать? Мы могли поговорить дома, старший инспектор. Мы не хотели расстраивать вашу мать, мистер Балком. А что вы можете сказать, что могло бы ее расстроить? Мы знаем, что вы лишились своего положения в Крузон, мистер Балком. Временно, старший инспектор. Теперь же я полностью восстановлен. У любого облака есть серебряная подкладка. Неужели? А вы думаете, что больше? Что, возможно, я сам себе помог? Это можно понять, даже если вы считаете меня невероятно глупым. Кстати, о моих трудностях знали и другие. Вы были достаточно глупы, чтобы попасться при покупке акций другой компании. Но кто бы мог подумать, что у старика Харри хватит ума распутать эту уловку. Где вы были, когда Харри был убит? В Оксфорде. Я поехал за покупками. Мне нужны были рубашки. Вы можете это доказать? Нет. Я не купил ни одной. Мне там ничего не понравилось. И вы были в вашей комнате в ту ночь, когда умер ваш отец? Да. И если бы я сделал Харри, то я бы использовал больше воображения, чем сталкивать его в дождевой колодец. Ваш брат до сих пор не прошел официального опознания. Скажите, вы не могли бы сделать это для нас? Это ваш брат, мистер Балком? Да, это он. Спасибо. Что это у него на груди? Это колотая рана. Они сказали, что у него была сломана шея. Ваш брат был заколот зубилом. На нем были выгравированы инициалы SF. Вы лжец. Что вы пытаетесь доказать, Морс? Вы чертов лжец. Я хочу домой. Я не могу его видеть. Мне плохо. Льюис. Идемте, мистер Балком. Вы думаете, это сделал он, Морс? Нет, не думаю. Тогда вы понимаете, что мы не можем его держать? Да. Но он знает что-то об оружии, которым был убит Харри. Я в этом уверен. Я согласен. Он очень резко отреагировал, когда увидал колотую рану. Это на него не похоже, сэр. Естественно, он так отреагировал. Она была в груди его брата. И это то, что скажет его адвокат. Вы можете закончить на сегодня. Я запру сам. Спасибо, сэр. Очень мило с вашей стороны.
Я видел его. Я точно кого-то видел. Боже всемогущий. Он мертв? В него стреляли дважды, сэр. Он мертв? Да, сэр, он мертв. Что происходит? Что, черт побери, здесь происходит? Вы в порядке, сэр? Что? А, да. Да, я в порядке. Сэр? Двое наших констеблей следили за ним в лесу. Я уже перебросился с ними парой слов. Они были там, они это видели? Не совсем, сэр. Простите, сэр. Спасибо. Не заденьте ленту. Вот и ширма. Можете подвинуть сюда ленту, да? Его заметили, когда он вышел из дома. Наши парни пошли за ним в лес, но они его потеряли. Затем они услышали выстрелы и побежали в его направлении. И нашли его здесь. Они нашли лопатку около тела, сэр. Вы сказали, что они его потеряли. Как? К этому месту от дома ведут десятки тропинок. Значит, убийца не мог знать, по какой тропинке он пойдет, верно? Балкоп шел сюда, Льюис, к этому месту. Убийца это знал и ждал здесь. Констебль сказал, что эту лопатку принес Балкоп. Они не были уверены, сэр. Они сказали, что, возможно, он что-то держал. Перекопайте это место, Льюис. Что, все это? Сколько понадобится? А что мы ищем? То, что искал Балкоп. Где Морс? С ним есть прямая связь, сэр. Он пошел к леди Балкоп. Что? Он на месте преступления? Нет, сэр. Он оставил людей копать. Копать? Леди Балкоп. Перед смертью Джеймса я просил его подумать, кто мог это сделать. Что думаете вы? Пожалуйста. Он навредил стольким людям, что я не знаю, с чего начать. Это очень важно. Убийца может планировать новое убийство. Если бы я могла помочь, я бы это сделала. Вы наверняка считаете меня жесткой и бесчувственной женщиной, старший инспектор. Мой муж и сыновья умерли, а я не плачу. И не буду. Все трое были мне чужими. Я могу попросить Лоррейн принести нам кофе, если хотите. Спасибо, не сейчас. Это были отвратительные мальчики. И он был омерзителен. Он никогда не любил меня. Никогда. Даже когда мы были молоды, он никогда не целовал меня. Никакой нежности или ласки. Все было как у диких зверей. И он воспитывал моих мальчиков подобными себе. Он забрал у меня моих детей. Задолго до того, как все произошло. Вы уверены насчет кофе? Можете съесть пирожное. Можете помочь мне отпраздновать. Отпраздновать? Отпраздновать что? Я уезжаю отсюда, сержант. Это был его дом. Я уезжаю за границу, чтобы начать новую, более счастливую жизнь. А компания? Я не собираюсь ее продавать. Мне надо было сделать это много лет назад, но он сказал, что удостоверит, что я психически больна. И он бы это сделал. Но сейчас его здесь нет. Никого из них нет. Я свободна делать, что хочу. Разве это не прекрасно, старший инспектор? Ничего, сэр. Если бы мы хотя бы знали, что искать, пусть продолжают копать, сержант. Вам придется копать глубже, сержант. Сержант! Старший инспектор! Миссис Клифф. Я объяснил, что мы не пускаем сюда гражданских лиц. Боюсь, констебль прав, миссис Клифф. Да, но очевидно, вы что-то там ищете. Я не могла бы помочь. Миссис Клифф. Джеймс Балкоп вчера был убит здесь. Боже милостивый.
Тогда, конечно, вам не нужны здесь вылазки дилетантов. Старший инспектор, я очень сожалею. Нет, нет, это хорошо, что вы предложили, но мы привезли для этого свои инструменты. Но я могла бы за секунду показать одному из ваших констеблей, как этим пользоваться. Это могло бы сэкономить вам время. Почему бы и нет? Это Холсби. Мистер Холсби. Быстрее, ради небес. Быстро вывезите нас отсюда. Морс. Что происходит? Они копают ямы. Мои люди копают ямы. Да, сэр. Что именно мы ищем? Я точно не знаю. Здесь нет собак. У этих людей нет оборудования. Я решил, что это сэкономит время. У нас есть технология, Морс. Для этого есть машины. Господи. Мало того, что мы допускаем массовые убийства на нашем участке. Так теперь мы еще и выглядим как любители. Сэр, здесь что-то есть. Только выкапывайте это скорее, выкапывайте. Морс. Неужели у нас прорыв, Морс? Это будет скачок? Я не думаю, что сейчас, сэр, нет. Мы подцепили это на детектор, сэр. Кто это, Морс? Не имею понятия, но держу пари, что его инициалы были SF. То, что вы принесли, Морс, это останки мужчины ростом 1,80 м, который пролежал в земле лет 20. Судя по состоянию его костей, думаю, что это был молодой человек. Но пока я не могу сказать точно. Можете сказать, как он умер, сэр? Это к патологоанатомам. Ну, как бы это ни произошло, это было жестоко. Его череп был раздроблен, переломы на двух руках и на одной ноге. Два пальца отхвачены. У вас было время взглянуть на его одежду? Да. И угадайте, что я нашел. У меня нет времени гадать. Там были следы песчаника, Морс. Разных пород. Наконец-то, Льюис, мы к чему-то пришли. У нас есть его инициалы, у нас его ремесло. Возможно, он был объявлен пропавшим. Можно только надеяться, что да. Где мы сейчас? 1972. Это он. Стивен Форд. Сообщение об исчезновении зарегистрировано здесь, в Оксфорде, сэр. Странствующий комнетёс, 35 лет. Об исчезновении сообщил его брат, Роберт Форд. Уэлл Роуд, 15, Ноттингем. Это показания Балкомбов, сэр. Всех троих. Они сказали, что он работал в доме около полугода, закончил работу и уехал. Предположим, они его убили, сэр. Почему они могли хотеть убить каменщика? Это бессмысленно. Смысл есть, если он был любовником Эмили. Он мог лишить Балкомба всего. Они обнаружили эту связь и убили его. И тот, кто это делает, знает, что они его убили. Это объясняет выбор орудий. Молоток мог быть просто совпадением, но зубилы инициалы не оставили сомнения Джеймсу Балкомбу, что кто-то знал. Он мог даже подумать, что они не доделали дело много лет назад, и что Стивен Форд был до сих пор жив. И он пошел на могилу, чтобы убедиться. Если он заставил Балкомба спать, то все, что ему оставалось делать, это поджидать возле могилы. Да, это наш убийца, Льюис. Это должен быть он.
Ведь ему было важно найти брата 20 лет назад. Ну, через 20 лет, сэр, зачем было столько ждать? Мы его спросим, когда найдем. Надо было связаться с местным участком, сэр. Нет-нет, этот наш, Льюис. Выглядит не очень обещающе, верно? Подождем и увидим. Здравствуйте, мы из окружной полиции Темзы. Мы ищем мистера Роберта Форда. Форд? Вы здесь его не найдете, голубчик. Нет, он переместился уже 15 лет назад. Он был здесь арендатором до меня, поэтому я знаю. Будьте добры, вы можете сказать, куда он переместился? Это очень важно. Нет, милый, нет. Он отошел на другую сторону. Вы уверены? Конечно, уверена. Вы в порядке, голубчик? Да, он в порядке. У мистера Форда были родственники? Не знаю, милый. Я занимаюсь своими делами. А вокруг нет смысла расспрашивать. Тут все новые. Спасибо. Переместился. Почему нельзя было просто сказать, что он умер? Третий балком пубит, старший инспектор. Вы собираетесь остаться на этом деле? Освободите путь, мне нечего сказать. Морс, вы получили мою записку? Подумайте об этом. Если вы согласны, включите свет в спальне 3 раза. Стоило попытаться. Посмотри сюда, Чарли. Я это сделал. Здесь нужны разум и нервы. Много нервов. Больше, чем нужно для прохождения какого-то глупого экзамена. То есть это ничего не доказывает. Ничего. Да, точно. Мне нечего сказать. Убирайтесь отсюда. Это суперинтендант Холсби. Ну, открывай дверь, парень. Все в порядке? Как вы думаете? 5 больших интервью для эксклюзивной хроники по убийствам Балкомбов. Никаких имен и тому подобное. Мне плевать, как вы это сделаете. Используйте добавки к законам. Что хотите, но уберите их, и уберите их сейчас же. Спасибо, сэр. Все в порядке, Морс. Это мелочи. Я забочусь о своих людях. Я справедлив, Морс. Мне не наплевать. Вы же видели. Я верю в личный контакт. Даже если дела плохи, я отказываюсь сваливать ответственность. Зачем вы пришли? Я сожалею, Морс, но я получил официальный приказ убрать вас со следствия. Вы что? Господи, какая разница? Для вас это одно и то же. Просто запись в отчетах, вот и все.
Я пытаюсь быть справедливым. Я известен как командир хорошей бригады. Меня никогда в жизни не снимали с дела. Никогда. Вы должны понять, это дело меня гробит. Мне жаль, но мне нужен победитель. Убирайтесь. Я ваш командующий офицер, Морс. Убирайтесь из моего дома. Зачем ты нас сюда тащишь? Ты же видел, как он зашел, верно? Я хочу быть там, где он. Он дал нам удачный шанс. Вот он. Иди за ним и сделай пару снимков. Хороших. Подходите, дамы и господа. Тут все победители. Подходите ближе. Вот сюда. Каждый победитель. Попытайте счастье на колесе фортуны. Оно крутится и крутится и крутится. Где оно? Здравствуйте, сэр. Что вы думаете? Билет, старший инспектор. Сколько? 1 фунт, сэр. Питер. Мы готовы, Лидия? Готовы, рулевой. Тогда вперед. Оно крутится и крутится и крутится. Где оно остановится, никто не знает. Задержите дыхание. Чарли Дэн, номер 10. Кто наш счастливый победитель? Это ваш билет, сэр. Дайте ему приз, Лидия. Какая симпатичная игрушка, сэр. Оно крутится и крутится и крутится. Где оно остановится, никто не знает. Инспектор? Попались. Вам не скрыться, верно? Полицейский джентльмен, старший инспектор Морс, взял выходной в субботу, чтобы порыться в книжном киоске на праздничной ярмарке своего участка. С 3 телами в морге обычный полицейский работал бы в поте лица, но не Морс. В процессе чтения его запечатлел фотограф газеты «Новости» Чес Бриндл. Вы? Это были вы. Газета «Новости» расспросила о проведении полицейского расследования. Мы задавали трудные вопросы. Что с ним происходит? Идите сюда, сфотографируйте меня сейчас. Сейчас! Льюис! Я знаю, кто это. Я знаю. Старший инспектор. Миссис Клифф, я бы хотел с вами поговорить. Я устраиваю пикник с Джессикой и Эмили. После такого кошмарного утра мы решили воспользоваться солнечной погодой. Я забыла вино. Я сказала, что вернусь через 10 минут. Мы хотим поговорить с вами об убийствах Джеймса Харри и сэра Джона Балкомба. Вы не обязаны говорить, если вы этого не хотите. Но ваши слова могут быть использованы как улика. Я знала, что вы придете однажды, старший инспектор. Я собиралась сдаться.
Вы должны поверить. Но так быстро. Как? Вы не могли этого определить через Стивена? Ваша книга «Семейные дела». Здесь сказано, что вы сделали докторат в Монреале, а не в Кембридже, как вы заявили. Моя авторучка. Моя маленькая авторучка. Я должна была знать, кто виновен, старший инспектор. Я заставила сэра Джона написать признание под дулом пистолета. Он знал, что это никогда не дойдет до суда. Именно это всегда было проблемой. Я никогда не могла доказать, что сделали эти монстры. И чем больше я их годами видела, тем легче мне было обдумывать, как наказать их самой. Закройте глаза. Откройте их. Джессика, они чудесные. Это самый счастливый день в моей жизни. Да ну. Это так? Скажи мне, ты когда-нибудь думаешь о своей матери? Нет? Зачем? Она никогда не думает обо мне. Стивен Форд был моим братом. Он был хороший, добрый, ласковый человек. Я вернулась из Канады после того, как Стивен исчез. Роберт, мой второй брат, умер. Поэтому это касалось только меня. Я приехала сюда, я знала, что Стивен не мог просто исчезнуть. Мы были дружной семьей. Когда вы нашли его тело? На это у меня ушло 10 лет. Почему вы помогли нам найти его? Я хотела, чтобы вы его нашли. Я могла бы забрать лопатку Балкомба, и вы никогда бы не узнали, почему он был там. Мой брат лежал в этой дыре достаточно долго. Ну, даже когда вы его нашли, как вы могли быть уверены, что его убили Балкомбы? Мы с Эмили очень подружились. Она рассказала мне о ее романе со Стивеном. Балкомбы сказали ей, что они от него откупились. Но когда она это сказала, я поняла, если Стивен любил ее, и я верю, что это так, то никакие деньги в мире не могли бы его купить. Ты рада, что мы встретились, Джессика? Конечно, рада. И я тебе нравлюсь. Скажите, как вы это сделали, миссис Клифф? Джеймса вы заманили к могиле. Да. Они закопали инструменты Стивена вместе с телом. Я взяла их и использовала как приманку. А Харри? Вы шли за ним, ударили его и потом столкнули? Но, сэр Джон, как вы попали в дом? Эмили Балком впустила вас, верно? Миссис Клифф. Это все, что она сделала, я клянусь. Она спокойно ждала, пока вы истребляли ее семью? Вы не понимаете, я ее обманула. Их было трое. Я не была уверена, что смогу сделать это сама. Мне нужна была ее помощь. Как она могла это сделать, мать? Поэтому я сказала ей, что она защищает свою дочь. Она думает, что Джессика ее дочь. Я сказала ей, что лечу девушку, которая родилась в клинике, где держали Эмили. Рождена в тот же день, когда родился ее ребенок. Что ее удочерили при рождении, что я проверила, и в тот же день не было других детей. Она всегда думала, что они забрали ребенка. Ее было нетрудно убедить. Но ведь есть записи, ее адвокат. Она бы все равно узнала. Я сделала собственные записи. Да, она так хотела поверить. Я показала ей могилу Стивена. Я сказала ей, что Джессика никогда не будет в безопасности, пока они живы. Когда вы показали ей могилу? После того, как Джессика приехала ко мне. Что вы сказали Джессике? Ничего. Им надо познакомиться. Я думала, что Джессика примет мою историю. Почему бы и нет? Эмили может дать ей все.
Кроме того, она может дать ей любовь, которой у нее никогда не было. Ну, вы не смогли бы солгать Джессике, верно? Никогда? Нет. Потому что она никогда бы не смогла помириться со своей настоящей матерью, верно? Да. Как она отнесется к своей настоящей матери? Как она отнесется? Но я пообещала Эмили ничего не говорить. Она ждала 20 лет, женщина. Я знаю один секрет. Маргарет мне рассказала. Вы мне расскажете? Я твоя мать, Джессика. Я твоя мама. Ты вышла отсюда. Они показали мне что-то мертвое. Но я знала, что они забрали тебя. Я всегда знала. Там, поле, через лес. Что вы сказали? Слава Господу! Почему бы тебе не сделать несколько снимков для меня, Чарли? О, Боже! Что я сделала? Что я сделала? Убирайтесь отсюда! Билли? Убирайтесь! Давайте, Морс, ударьте меня. Давайте, старший инспектор. Теперь ты можешь ее отпустить. Она умерла? Да, она умерла. Мама? 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 Мама! Дамы и господа, пожалуйста, вы можете подтвердить, что у вас есть подозреваемые во всех трех убийствах Малкомбов? Мистер Холсби, вы можете сказать? Я могу подтвердить, что этот человек помогает нам расследовать эти жестокие убийства. Суперинтендант, вы когда-либо сомневались в способности инспектора Морса раскрыть эти убийства? Чтобы быть хорошим командующим офицером, нужно верить в своих людей. Старший инспектор, хотите сделать признание? Я очень сожалею, но я не могу сейчас отвечать ни на какие вопросы. Вы можете только сказать, как вы совершили прорыв? Да. Я просто кое-что прочел в книге.